«Авиадарс-2021» стартует под ритм марша Преображенского полка, пусть и пехотного, но зато доблестного и гвардейского. Именно этих эпитетов заслуживают сегодня и воздушно-космические силы России. Флагман вооружений страны, по словам начальника управления боевой подготовки ВКС Павла Молчанова. Воздушно-космические силы сегодня – это самый мощный вид вооруженных сил Российской Федерации, на вооружении которого находятся современные образцы вооружения и военной техники, не имеющие мировых аналогов. Визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, а у истребителей еще и воздушный бой. Финальный этап – стрельба из авиапушек и сбрасывание бомб на точность. Впрочем, появится и кое-что новое. Скрестят винты и пилоты вертолетов в особом конкурсе. К вертолету будет прицеплен ковш, будет выполнен забор воды, выход на цель, которая изображать будет пожар, и сброс воды на эту цель. На данном этапе место боевого применения, потому что для вертолетов Ми-8 пожаротушение гораздо ближе по духу, чем боевое применение по наземным целям. Самая высокая конкуренция у штурмовиков. Здесь выступят экипажи всех военных округов России. Отдельная номинация и у военно-транспортных самолетов. Константин Третьяков из Твери на «Авиадарсе» впервые, но внешне абсолютно спокоен и готов проявить себя. Ну, это один из сложных этапов и упражнений, которые выполняются в военно-транспортной авиации. Десантирование, платформ, а также личного состава и техники. Мы непосредственно перед участием выполняли подготовку к данным полетам. В наплановых полетах летали данные упражнения, чтобы подойти к достойным уровню подготовки. 25 и 26 мая – самые насыщенные событиями дни. На них придется основная конкурсная программа. Так что если услышите рев двигателей в небе и отзвуки канонады, не пугайтесь. Это просто лучшие пилоты России бомбят полигон в Дубровичах по давней и теплой традиции. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».